В Сыктывкаре завершилось республиканское первенство по пожарно-прикладному спорту. В течение двух дней огнеборцы Коми преодолевали 100-метровку с препятствиями и штурмовали учебную башню. Кто победил, знает Евгений Ракин. Первыми учебную башню штурмуют спортсмены из дружины юных пожарных. Наставники уверены, подрастает достойная смена. Они стали в этом призерами на зоне России, это о многом говорит. Я думаю, вот у нас они, вот, Голдобин Вячеслав и Ахмиров Николай, они у нас могут бороться за сборную России даже. Есть такие возможности. Довольны результатом и многие ветераны. Сотрудник 12-й пожарной части Сыктывкара Василий Гудрев на службе с 89-го года. В свои 46 в отличной физической форме. На старте сначала переживаешь, а вдруг не сможешь. А если и сможешь, допустишь ошибку. Но как только пробежишь, на финише уже вздохнешь свободно и скажешь: «Ну, слава богу, опять получилось». А это кандидаты в сборную России Валерий Антоненко и Алексей Мусихин. У них уже есть международный опыт. Сейчас готовятся к очередному чемпионату мира. В этом году он пройдет в октябре в турецкой Анталии. Самые сильные – это Россия, Белоруссия, Украина. Сейчас подтягивается Чехия на 100-метровке, и штурмовку уже неплохо бегут. С Казахстана появились хорошие ребята, которые тоже показывают достойные результаты. По итогам двух дней лучший результат показала команда первого отряда ФПС Сыктывкара. В личном зачете победил представитель Пожгаз-сервиса Василий Миклашевич. Евгений Ракин, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган», Сыктывкар.